Всем привет! Вы на канале Батибати Затирай. И сегодня мы будем играть в приставку. Ну, это такой Тетрис приставка. Очень удобно. Здесь маленькие кнопочки мне сегодня купили. Очень классный. Давайте нажмем на паузу. Помчали, ребят, я уже нажму на газ. Задача здесь не врезаться. Вот видите, если врезаться, будет плохо. Мне снится одно очко, когда... Которое одновременно... врезался, блин. Давайте, ребят, на паузу нажмем. Это пауза. Так. Ребят, надо как-то сделать так, чтобы я играл и снимал. Так, ребят, ну что, продолжаем. Врезался, ребят. О, блин! Я проиграл. Конечно, я хороший игрок, но мне просто, ребят, неудобно камеру держать. Ну ладно, ребят, хочу вам сказать одну такую вещь, что я поставил камеру, но специальный осьминог у нас есть. Осьминог специальный, ну, такая треногая, ну, как паук. И на него можно ставить телефон. Это как фиксатор. Для телефона. Давай. Нет, ребят, я хороший игрок, просто мне... блин, я не заметил. Как обычно. Отвлекаюсь на что-то постоянно. Нет, я сразу прям влетел вообще. Влетел сразу. Да что ж такое? Не могу никак нормально. Давай. Оп, стоп, нажмем на паузу. Все, ребят, погнали дальше. Где там? Уже запутываюсь. Потихоньку. Нет! Все, последняя попытка истрачена. Придется играть дальше. Только давайте выберем какой-нибудь тур. Ой, какой... же тур выбрать. Ну, давайте вот с машинками. Здесь такие машинки есть. Давайте вот как-нибудь попробуем вот так вот. С машинками. Сразу. Давайте. Надо жать на газ. Блин, прям в машину. Вообще уже такой невнимательный. Сразу надо было перемещаться в другую сторону, явно. Надо было ехать прямо. Да что это за такой игрок? Здесь можно менять, ребят, туры. Поменяем 10. Хотя нет, а уже знаете, как поменяем? Посмотрите, здесь будет, например, 4. А здесь будет 7. О, 7, отлично. И то мы поставим на тоже 47. Почти. О, все, вот так вот. Вот так вот, ребят, видите? Вот так аккуратно. А теперь давайте, ребят, вот старт. Начинаем. А вот это будет интересная игра. Здесь 3 дороги. А видите, как мне легко здесь играть? Блин, ребят, просто камера здесь чуть-чуть. Плохо. О, брат. Мне лучше играть одному, чем снимать, как говорится. Есть такая поговорка. Нет. Фух, ну повезло мне, конечно.
Блин, я еще одну попытку издать. Да что ж такое? У меня что? Падает камера. Нет, нет, я тебе не дам упасть. Ты разобьешься, когда на мелкие кусочки. Нет, я тебе так не дам сделать. Вы видели, еще чуть-чуть бы протаранил меня этот бы автомобиль. Видите, какой хороший игрок. Я умею играть, на самом деле. Я просто иногда могу где-то ошибиться. Вот, например, вот, вот здесь вот. Можно быстренько сделать так и ошибся. Я вот, например, сейчас ошибся. О, блин, вот это был поворотик. Так, ребят, ну что ж, давайте сыграем в последнюю игру. Я думаю, на сегодня хватит уже игр, потому что уже... Я уже много снимаю. И тогда... О, как... Только... Давайте перезагрузим Тетрис. Надо вот, вот на единички поставить. Вот так вот на единички надо поставить. А теперь полный вперед. Это танчики, ребят. Вы знаете такую игру, танчики? Ребят, это Тетрис вообще? Он какой-то странный. Ой, блин, прям по мне попал. Так, давайте, 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 давайте. Надо, чтобы я выиграл. Оп, едь. Сразу. О! Воу! Воу! Есть! Вот это я игрок! Отличный! Блин, все, я врезался куда-то. У меня, ребят, осталось две жизни. Еще чуть-чуть, и я, наверное, проиграю. Давай, давайте, давайте, подавайте, подавайте, подавайте. Ай, все, у меня одна жизнь осталась. Если я проиграю, то все, значит, игры на сегодня закончились. Ой, все, ребят, ладно. На сегодня игрушки закончились. Все, ребят, будем... Подписывайтесь на канал обязательно. Вы меня очень радуете, когда вы меня подписываете на канал. Если вы не подписываетесь или отменяете подписки, я очень когда грущу. И говорю всегда, эх. Поэтому, ребят, я очень хочу, чтобы вы подписывались на канал. Дальше нажимайте колокольчик, если получится. У меня то детский канал, то не детский. Поэтому, если получится нажать колокольчик, то получится. И, конечно, очень я вас прошу смотреть видео. Потому что мои видео очень познавательные и хорошие. Все, ребят, пока-пока. Так, надо выключить как-то. А, выключить как надо. А вот, все, off. On, off. Вот. Все, ребят, пока-пока.